Здравствуйте, друзья! Вот этот замечательный цветочный натюрморт мы сегодня будем писать в рамках нашего проекта «Институт за 100 дней». Усложняем себе жизнь, изучаем уже более подробно процесс написания. И несмотря на то, что розы очень сложные цветы, поскольку мы и на первом импульсе нашем делали розы, то сейчас как бы более сложная задача. И, конечно, если будет получаться, очень благодарная задача, потому что букет украсит и любой дом. И может быть успешно продан, несмотря на студийность работы. Так, формат у меня, так, 60, это 60 по вот этой стороне, ну, примерно, я, чтобы вы знали. Значит, я беру опять белила, с которыми вы уже, наверное, знакомы, белила для радиаторов. Причем стараемся покупать более дорогие белила, нежели чем дешевые. Опять же, для радиаторов. Красный. Вот обычный красный пигмент. Вот сюда чуть-чуть капну его. И припачкаю. А там у меня, по-моему, черный был. Нет, черный. Нет, надо добавить немножко. Немножко черного добавлю. Так, и белил. Белила соответствуют грунту. То есть их качество соответствует грунту холста. Вот этому белому. Поэтому мы ничем не испортим. А по тонированному холсту нам будет писать легче, чем по белому. Белый холст обычно нужно перебить сначала, а потом высветлять. А у нас уже будет тонировочка. Так, наверное, все-таки охры подложу. Вот, видите, прямо на ходу замешиваю палитру эту тонировочную. Ждем, когда высохнет, и работаем. Высохнет через 10 минут. Так, ну, 10 минут прошло. Прекрасно высохло. Смачиваю тройником.
Фоновое пятно – это охра, это красный, вернее, розовый. И сверху дополнен голубоватыми мазочками. И сам фон несколько мазочнистый такой, как бы налеплен мазочками. Кисть была в работе, и в ней как раз близкий по цвету и по тону цвет. Отрезаем вертикаль стола. Разбел теплого цвета, разбел охра с розовой. Пока это все приблизительно. Немножко синит торец этого столешницы. Разбил розового. Три цветка хороводом наверху. Я им сразу задаю их место расположения сразу всей троицы. Выше середины. По высоте вот это впуклость нижнего хоровода, и цветки достигают, этот чуть выше, этот чуть ниже, почти края. Еще один хоровод из этих двоих и этого. И последний хоровод вот этот. Очень часто художники цветы выставляют именно в эти хороводы. Это розовый. Разбил розового. Можно сразу с немножко синим. И теперь увеличиваем их в размере, цветки.
Не напрасно я эту тему хороводов завел, потому что чаще всего именно хороводами художники выставляют букет. Даже если на натуре эти хороводы недовыражены, то в букете они, как правило, выражены. Если вы начнете просматривать букеты хороших художников, вы увидите частоту этих решений. Ну и согласитесь, это еще и красиво, то, что они выстроены в хороводы. Сюда пришел и кадмий красный, и охра. Это у нас розовая, чуть-чуть с синькой в разбеле. Синька — это ультрамарин. Снова розовый, снова синька, снова разбел. Кувшин в самом центре стоит. Тень от него и от цветов теплая. Это будут вот эти двое и немножко синевы. Значит, розовый, охра, синева. Как видите, мы по-прежнему находимся в рамках скупой палитры. И не страдаем от этого. Цветок переднего плана, который лежит на плоскости, стремится к середине, но не доходит до нее. И отбрасывает тень. Розовый, охра и синий. В пользу розового с охрой. Такую горячую тень. И сам цветок внутри горячий. Листья пока не стоит рисовать, поскольку они нам будут мешать решить вопросы заднего плана. Опять же, у кого построить внятно не удается, прибегайте к помощи. После некоторых утруждений прибегайте к помощи проектора. Ну, основная схема построения мною проговорена. Могу ее еще раз напомнить. Чуть выше середины находится вот это место. Соответственно, ниже и еще ниже. Один хоровод, второй хоровод, третий хоровод.
Так, ну, в общем-то, наверное, и все. Вот, я думаю, что вам будет интересно поработать с такой моделью исполнения, почти жижицей краски. Вот. И надеюсь на ваш успех. Все.